Называется финальная встреча весовой категории до 73 килограмм. Багаев Вайсангу, Северо-Кавказский федеральный округ, Чеченская республика. Галаев Феликс, Северо-Кавказский федеральный округ, Республика Осетия. Арбитр на татами Рахим Евгений. Судья международной категории представляет город Санкт-Петербург. Представляем спортсмена белой дзюдоки Багаев Вайсангу, 1997 года рождения, мастер спорта. Представляет Северо-Кавказский федеральный округ, Чеченскую республику, город Грозный. Тренируется Багаева Майрбека Каримовича. Шакиева, Асланбека, Салмача, Багаева Магомеда Антоновича. Первый тренер Багаев Майрбек. Дзюдо занимается с 2009 года. Синий дзюдоки Галаев Феликс. 1992 года рождения, мастер спорта, представляет Северо-Кавказский федеральный округ, Республика Осетия, Алтай, Владикавказ, вооруженные силы. Тренируется у Бекузара Малика Ахпалатовича и Айларова Ивбека Викторовича. Первый тренер Айларова Викторович. Лучшее достижение — третье место в первенстве Европы 23 лет. Первое место чемпионата России. Дзюдо занимается с 2006 года. Сборная Германии 2012.
Победил Макаев Кайсангу, Северо-Кавказского федерального округа Чеченской республики, и стал победителем высокого.